пришла бабка в банк, говорит, извините, говорит, скажите, вот у меня дед после гражданской оставил 2 мешка, а я посмотрела, там золото. Мне, старый, зачем оно нужно? Я вот решила вам принести. Ой, бабушка, извините, я по таким вопросам не решаю, сейчас я директора позову. Пришел директор. Вот, Владислав Петрович, бабушка вот спросить вас хочет. Ну, спрашивайте. Вот, милок, вот мне дед оставил несколько гектар земли в Ираке. Вот там лопату воткнешь, нефть так и бьет. А мне, старый, зачем оно? Я вот вам решила отдать. Ой, извините, я такие вопросы не решаю. Сейчас я позову генерального директора. Пришел генеральный такой. Я вас слушаю. Это я вас слушаю. Сколько ваша кошка срать будет у моих дверей?